Спасибо. Спасибо вам. Я хочу вам представить народную артистку Грузинской ССР, актрису Тбилисского театра имени Марджанишвили Софихо Чиаурель. Софико, может быть, вы расскажете, о чем вы сейчас пели и откуда эта сцена? С удовольствием. Это из последнего спектакля театра имени Марджанишвили. Такой водевиль. Во дворе злая собака. Автор Кита Буачидзе, довольно такой знаменитый сатирик в Грузии. Постановщик, молодой режиссер, дипломат Гоги Тудадзе. Ну, это курдский танец, такой колоритный. Ну, не знаю, как он вам понравился. Мне очень понравился. Поддерживает меня, вот мой. Мы вас знаем ведь не только как актрису театра, мы вас любим как актрису кино, вы много снимаетесь. Расскажите немножко и о ваших планах, и что вы сейчас играете и в театре, и в кино. О планах вообще нам, актерам, очень трудно говорить, потому что они не от нас зависят. А могу сказать о том, что мной было сделано, ну так, в двух словах. Играю роли в театре и в кино. Ну, театр я люблю больше. Просто не мыслю без театра. Играла Антигону и Софокла, и Ануя, Джульетту. Играла Жанну д'Арк. Сейчас работаю над образом любви и Равой. Этот спектакль мы посвящаем 60-летию советской власти. Софико, так как вы так вот и любите театр, мы знаем, и так как вы вот приехали к нам в гости сейчас, в Москву, все решили здесь, что вы должны быть сегодня хозяйкой нашей вот этой театральной гостиной. Это очень почетно для меня. Большое вам спасибо. Вы мне сказали, я когда вы приезжаете в Москву, вам все всегда интересно. Интересно ходить на спектакли, встречаться. Поэтому вы будете иметь сегодня полную возможность задать любые вопросы всем, кто здесь присутствует. И я думаю, что вы и будете тот самый главный нерв нашей сегодняшней передачи. Начнем? Пожалуйста. Только ради бога. Олег Николаевич, если можно, я переоденусь. Хорошо, я вас выручу. Давайте. Я прошу вас выручать.